Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с древнеегипетской мифологией. Атом, завершенный бог Демиург в древнеегипетской мифологии. Сущность бога Солнца Ра, одно из ранних божеств древнеегипетской мифологии. Прародитель Энеады, девятых главных богов в Древнем Египте, изначально возникшая в Гелиополе. Я цитирую Википедию. Атом создал себя сам и существовал один в начале времен, плавая в первозданных водах хаоса Нунна. Прародитель Энеады, создавший, выплюнул изо рта близнецов влагу Тифнут и воздух Шу, от которых произошли земля Геб, небо Нут, а от них Осирис, Исида, Сет и Нефтида. Поэтому Атома величали множество множеств. Он означал первоначальное и вечное единство всего сущего. Подобно остальным демиургам, он воплощает в себе как женское, так и мужское начало. Рука Атома, богиня Иуса. Во многих текстах он называется Атум-Ра, вечерним заходящим солнцем. Впоследствии почитание Атума было отнесено культом Ра, отождествляемого с ним. Ра-Атум возник из первоначального хаоса в образе змея или Ихневмон, египетский мангуст, или фараонова крыса, или фараонова мышь. Но обычно изображается в виде человека с пшентом, корона древнеегипетских фараонов. На голове его эпитет владыка обеих земель, то есть Верхнего и Нижнего Египта. Иногда изображался в виде старика. Священным животным имел кобру. В текстах пирамид он появляется как первоначальная гора. Также и в образе скарабея, который, по-видимому, появляется из-под земли, если о нем подумать. Атому посвящен большой скарабей из гранита на священном озере Карнаке. Другой формой представления бога может быть змея. В книге мертвых Атум говорит Осирису о конце света, что все созданное он снова разрушит, а сам снова превратится в змею. Центром поклонения Атому считался Гелиополь, где его изображали бараноголовым человеком или закатным солнцем. В Мемфисе происхождение Атома вели от птаха. Атом отождествлялся как с ним, так и с Хепри. Хепри же в ряде текстов пирамид называется создателем Осириса. В мифе об истреблении людей Атум или Нун возглавляет совет богов, на котором богине-львице Атхор Сехмет было поручено наказать людей, замысливших зло против Ра. В другом мифе разгневанный Атум грозит разрушить все им созданное и превратить мир в водную стихию. Древние египтяне наблюдали воздействие солнца на Ил, оставляемый Нилом после разлива. Возможно, эти впечатления породили образ Атума. Атум – один из богов-создателей. Наряду с ним богами-создателями считались Фивах Амон, в Элефантине – Хнум, в Мемфисе – Птах и Гермополе – Тот. Вот так вкратце из Википедии о боге-демиурге древнеегипетской мифологии, сущности бога Ра – Атум. Пока-пока, до свидания.